деталях вышел. Так, ну свисток, поехали. Так, начин, сразу проверка, сразу такой швунг делает спортсмену из Армении, Манвелу. Попробовал чуть-чуть тоже Манвел проверить на бросок, на стойкость. Вот чуть-чуть бы таз подвернуть. Так, есть, есть, пытается, есть 2 балла, есть 2 балла, судья, 2 балла дайте. 2 балла уже давно там. Три-ноль счет, продолжает атаковать. Начало встречи, счет уже открыт, начало положено. Хорошо продергивает, хорошо, мощно, цепко очень действует начин. Монгуш хорошо продергивает Манвела, подводит к краю ковра, надо выталкивать. Есть, есть, тут бал заслуженно. Да какие колени, вначале он вытолкнул за ковер, потом уже Манвел сел на колени. Да, попытался пройти в ноги, попытался сделать движение обманное, спортсмен из Армении, все увидел начин Монгуш. Сразу дал понять, что в ноги ко мне пройти будет очень тяжело. Отключает, и не боится обоюдного активного захвата. О, хорошо, хорошо, присед. Тоже, видите, опять встречает. Не дает продохнуть. Не дает вообще своему сопернику отдохнуть на чин Монгуш. Всегда прессингует. Последняя минута. Да, судья делает первое такое замечание спортсмену из Армении, чтобы он действовал активнее, не уходил от борьбы. Хорошо, хорошо продергивает, хорошо продергивает. Ищет, 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 ищет. Последняя минута. Хорошо продернул, как есть 2 балла. Хороший сброс, друзья, хорошо. Есть 2 балла, 5-0, друзья. Пытается скрестный захватить, пытается замкнуть. Вроде получается, не вижу. Да есть, есть крестный, пытается встать за... Нет, распускает. Стойка. Обратный. 2 балла. 7-0. Еще 2 балла. Ну, здесь, да, здесь не в опасное положение, не через лопатки. 9-0. 9-0. Одни судьи дают еще вторые 2 балла, другие не дают. Еще 2 балла и натушает. Все, тушь. Да все, туши, 11-0. Че? Выбирайте, друзья, 11-0 или туши. Друзья, ну просто на одном дыхании, да, не зря мы зазывали идти на чин Монгуша. Шуде, шушу, вперед, друзья. И просто 11-0. Да, ну че, челлендж? Ну давайте челлендж, друзья. Здесь, конечно, уровень на голову выше на чин Монгуша оказался. Манвела, спортсмена из Армении. Отлично, отлично, друзья. Поздравляю всю республику Тыва с победой, с чемпионом мира, друзья. Поздравляю вас. Поздравляю всю Россию. Поздравляю. Сегодня у нас уже будет гимн Российской Федерации на пьедестале 57 килограмм. Друзья, ну что вы хотите решить? Давайте начнем с этого. 3 обратных, накрывание, 1 судья уже ударил по ковру, ну, отмотайте времени назад, что он не хлопал по ковру, что время закончилось.
Ждем, друзья, вердикта судьев. Я думаю, UWW, организация United World Wrestling, серьезные там должны быть судьи, хотя мы столько находим дефектов в работе. Тебе оно надо, тебе оно надо. 11-0. Все уверенно делает. Уверенно прессингует, уверенно атакует. Все делает уверенно. Здесь, конечно, достойно вышел. Хороший спортсмен с Армении. Хорошую сетку прошел. Отличный полуфинал показал, мы его с вами, друзья, смотрели. Но здесь, конечно, начин у него и японец был по сетке. Сетка была посерьезней, это раз. Ну и, конечно, начин уже и по мужикам у нас давненько на самом деле набарывается. И Зауром Угуем с олимпийским чемпионом в финале чемпионата России боролся. И на лиге подобном боролся, также на ПВЛ и начин Монгуш. Поэтому здесь он... да, думаю, сейчас ждем вердикта, пока, друзья, чуть-чуть пусть вынесут вердикт. Челлендж лосс, да, это а почему челлендж лосс? Ну все, на перерыв уходит. Нет, друзья, надо добирать. Так, 11-0, 9-0, вы там определитесь. Челлендж лосс. Синие кидают челлендж, написано челлендж лос, не челлендж вин. Все. Это... Все, вот теперь можно расслабиться и уже прям поздравить начина Монгуша, всю республику Тыва с победой, с чемпионом мира, друзья. Поздравляю. Вторая золотая медаль, причем у нас две медали в легких весовых категориях, 57.